творчески. И что? Здравствуйте, уважаемые родители. Сейчас мы вам покажем наш спектакль «Ежик в тумане». Группа наша называется «Гера», филиал «Новокосино». Надеюсь, вы получите удовольствие от просмотра и оцените наши старания. Ну, это сложно. Мужчины, всем понравится. У нас нет времени. Прикинулся мячиком и потихоньку исчез. Тихо плывут ровесочки и надевают кулачки. А стрекоза крепко закрыла глаза. Спят муравьи в муравейнике, все переделав дела. А на колючем репейнике бабля растит прилегла. Дядька Букашку видит во сне, он во сне сидит в сосне. Завтра опять носом стучать и за сосну отвечать. Где-то за темными ветками медленно ходит луна, с звуками редкими дышит в лесу тишина. Надо и зайцу ночью поспать, зале и зайцу может устать. Тихо в лесу, тихо в лесу. Тумане. Ежик оказался в небу.
ничего не видит, даже собственные лапы не видит. Где же лошадь? Вот эта история, разве кто поверит? Спасибо.
слушать.